Короче, мы едем в Чехию. У нас так вот все спят. Остальные остались у бабушки. Если бы. И мы едем в Чехию. Выехали мы сегодня в ночь, потому что... Почему мы выехали в ночь? Ну, потому что выехали в ночь. Сразу хочется сказать, что-то родила она, не то сына, не то дочь. Поэтому не выехали в ночь. И мы уже через час будем на границе с Польшей. В общем, надеюсь, пройдем границу очень быстро. И завтра к обеду уже приедем в Карлову Вару. Здравствуйте, через Берлин? Ну, до этой дороги на Берлин, которая вниз уходит, надо разве. И там через автобаны, через горы на Прагу, из Праги уже. Кого тебе дать? Ой, темно. Кого дать? Так. Короче, фиг пойми, куда едем. Пока жена страшная, говорю я. Наверное, она это, конечно, вырежет, но ладно. Мы едем по Германии. 10 утра, 30 минут по Москве. Осталось 20 километров до Дрездена, и там мы уже быстренько нырнем в Чехию. Арсюха не спит с 6 утра, все остальные дрыхнут. А Дашка проснулась. А, Даша тоже проснулась. Все остальные что-то задрыхнут. Еще у нас здесь офигенная погода. Сейчас я покажу погоду. Ой, а что, я не страшная пошла? Ты так сказала, я так. Вот так нас встретила Германия. Ну, вообще Европа. Да, Дашка, сейчас уехали от бабушки. Сейчас будем кушать. И скоро мы остановимся кушать. Народ без еды 7 дней живут. Кушать, кушать! Хочу сейчас, пап! Кушать, кушать! Сейчас будет заправка, заедем. Уже в Чехию приехали почти. Осталось 80 километров до дома. Сразу видно русский. В общем, мы сейчас вместо 60 рублей заплатили 10 рублей. Это такая фишка. Можно так делать в Европе с такими автоматами. Можно засовывать вместо 20 кс 10. 20 крон. 20 крон, да. 10 рублей. Паш, мне кажется, сейчас сломается.
the world now I'm living. And the good just gets better, keeps a giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the day. Давай притащим ту тумбочку, поставим сюда. В общем, у нас, пока нас долго не было, поселились осы. Вот видит такое гнездо. Короче, пошли, возьмем ту тумбочку. Как мистер Хайзенберг идет атаковать. А сейчас мы идем атаковать этих ос. В общем, вот такая ситуация, там большой улей. Я вам сейчас его покажу. Вы можете услышать звук. И мы сейчас будем его убивать. Паш, оно выдержит вас? Да, меня точно. Нет, нет. Лестницу давай. Ты что таким углом? Ты лестницу дай, вот сюда поставим. Она будет держать, чтобы не скатилась лестница. Я подумаю, сейчас шмальну. Сейчас. Ты главное тумбу держи. Минус первый этаж. Я могу в бок упасть, что ли? Как только закончится, баллон мне отдаешь, я тебя держу одной рукой однозначно. Где Полинка? Вы смотрите, а то ее могут... Готов, пап? Тут одна. Да, давай. Туда эту и дави до конца, нет, это, не... Дави, дави туда, туда, прям в дыху, дыху. Дави, жги, 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 жги. Дави, 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 молодец. Давай, баллон. Сейчас прям сверху ее всю, другой обливай, она такая будет, сейчас я тебе дам. Черт, ты нам не на руку попал, ничего? Да ничего. Ничего, потом поможешь. Стой, подай, не дергайся. Стой, 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 стой. И теперь весь этот сверху прям его весь опрыскивай. Давай. Ого, там дым прям идет какой-то. Во-во-во. Поднимись наверх сверху, если дырка найдешь, на одну ступеньку. Марк, осторожно, умоляю. Вот туда тоже внутрь, посмотри, вот так же. Прям сверху еще, чтобы она заливалась на стекло. Во, вот туда. Давай, Диего. Ну, хорошенько. Давай, я представляю, предлагаю по конструкции оставить так. Посмотрим результат нашего движения. Кто искупался? Я! Ты боишься водичку? Да. Скажи, я не боюсь. Я не боюсь. Как ты мыла голову? Так. Как мальчик, да? А чем ты ее мыла? Чем? Мылой. Мылой. Сказала. Что? Милой. Все-таки помой, хорошо. Это Таша, это маме. Даш, маме не надо. Я чай буду пить, может, не катала. Еще одну салфеточку и все. Сейчас я скажу, как готовить какао. Молодец, давай, рассказывай, как. Мам, и мне. Сейчас всем. И мне. Сколько ты ложечек добавила? Моим, мам, моя? Даш, сколько Даш, добавила? Даш, не надо, Даш, еще. Она знает, куда. Мам, нет, моя. Нет, нет, это уже много. Это две, надо две ложечки мам, добавить. Мам, моя. Да? Мам. Нет, подожди, нет, Полин, подожди. Что? Какао, Даш, ты... Две ложечки, давай. Все сыпется, Даша. Наливать молоко. Сама попробуешь налить? Да. Молодец. Вторую давай сама. Не надо, Даша, много. Молодец. Теперь я. А что тебе надо сделать еще? Мешать. Молодец. Мама, теперь... я. Давай, Арсений насыпает какао. Арсюш, одну ложечку положи Полине. Это Полине я ему сделала. Мама, я копать. Мама, это Полине.
оленей. Да, аж трехлошечную не надо. Трехлошечную, давайте марку сделаем. Да, мама. Это по оленей вот столько. Давай, мама. Не, побольше. Наливай, наливай. Вот, все, да, хватит. И холодновато. Марку, папу, надо много. Вот столько. Это маме я сделала, мам. Это, нет, это молодцы. Папе. Это папе все, мам. У нас сейчас предстоит очень сложная миссия. Мы будем поджигать пчелок. Не пчелок, а ос. Блин, поджигать ос. Вот у нас есть спичи. Вот такие синенькие. Мы будем поджигать ос. А кто сбивать будет? Я. Она неровно стоит. А ты держать будешь, Паш? Я шатать. Что ты делаешь-то? Неровную поставил. Зачем ты? Вот, ужом. Фу, личинка падает. Туда, туда, не с этой, теперь справа. Вот это, да, работай и по деревяшке можешь. Не по стекло, по деревяшке уже. Вот, направо, чтобы она не на тебя упала. Вот. Отлично. Дальше стирай все это. Дальше. Постирай все это. Давай, давай, давай. Лопата давай. Тяжелая. Так, это я. Подожди, ты там аквапанил. Ты это давай. Подожди его. Я пока подзалью. Зачем? Да они вылетают. Да надо ос собрать. Да там ничего нет. Ну вон. И сколько их валяется? Да, валяются. Конечно, а то дети, не дай бог, туда наступишь и посмотрим. Да, блин. Да, их надо будет оставить. Рыбаки, привет! Я перекину туда. Марсюш, что клюет? Клюет. Марс поймал одну рыбу. Фу, на червяка? Где вы их берете? Здесь купаемся, да? А что, червяков мало не берем? Берем, не скажем. Я дослала удочку, и вот. Что случилось? Может, мне поменяем это в лейку? Да. Блин, скаковать. Ты как у тебя просто червяк шевелится. А, нет. Что, Полин? Я упала. Ты упала? А кого ты спать укладываешь? Кого ты ведешь в коляске? Машинку? Отлично. Да.